тоже на камеру был ночной клуб, и все жители Казани об этом знают, их первое, что впечатляют, и они делают такие глаза. О, ничего себе! И когда мы здесь впервые оказались, мы ходили вот фактически по таким, ну, каким-то историческим местам. Mm-hmm. То есть здесь вот, там вот есть выход на сцену, здесь, в общем, творилась какая-то такая важная часть жизни Казани, и мы понимаем, что мы в каком-то смысле наследники этого всего. Мы, конечно же, тут все переделали, потому что новое время, мы новый центр, совершенно все будет по-новому. Здесь мы видим, сейчас идет монтаж, устанавливаются экраны, уже смонтирована вентиляционная часть, которая не была, кстати, удивительно, как клуб существовал без вентиляции совершенно. Поэтому здесь очень многие вещи сделаны с нуля и, как это говорится, на совесть. Мы пришли надолго. И это как бы видно серьезный подход. Ну вот эта вот специальная сценическая ткань, у нее есть даже название, это сценический мольтон. У нее еще есть и всевозможные противопожарные свойства, то есть она не является горючей, по ней не распространяется пламя. Мы стартуем с двумя выставками: Ван Гог «Письма к Тео» и Фрида «Вив ла Вида». А каждый длится примерно, по-моему, по 40 минут, да. И они следуют друг за другом в режиме нон-стоп. Да, поэтому на входе будет экран, который будет сообщать, в какой стадии сейчас показывается контент, что, может быть, сейчас через 20 минут закончится фильм и начнется другой. И человек, купив билет, может сам принять решение, либо ворваться в середину фильма, либо дождаться, когда начнется следующий, и здесь провести уже время самостоятельно. Будут события, аудиовизуальные перформансы, танцевальные перформансы, театральные и какие-то спектакли, вещи. И в целом задача центра – интегрироваться сейчас в культурную жизнь города, не только показывать контент, который уже сделан московским арт-плеем, при этом стать площадкой, когда предложить другим художникам сюда прийти, что-то придумать, что-то сделать, показать, аккуратно посмотреть, как аудитория реагирует. После этого взяться за уже такие большие масштабные проекты. Но мы ждем казанцев к нам в гости. Мы, в принципе, хотим принести, дать новые впечатления, новые ощущения.